Большинство россиян не хотели бы повышения пенсионного возраста, их устраивают нынешние пороги выхода на пенсию, показал опрос фонда «Общественное мнение» ФОМ. Предложение повысить пенсионный возраст поддерживают только 9% россиян, 82% относятся к этой инициативе отрицательно. Свою позицию опрошенные обосновали низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста. Около 19% россиян полагают, что правительство намерено повысить пенсионный возраст из-за отсутствия средств, 16% объясняют действия властей нежеланием тратить деньги на выплату пенсии, 11% считают, что Кабмин стремится таким образом пополнить федеральный бюджет. 25 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. Пенсионная реформа – это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены дальше, сказала она. В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в Нижнюю палату парламента в самой короткой перспективе. Правительство намерено подготовить соответствующий законопроект для его принятия уже в весеннюю сессию Госдумы до 15 июля. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.